Здравствуйте, с вами программа «Овертайм» и я Эльмира Алимгузина. Продолжаются мои уроки вождения мотоцикла. Сегодня мой тренер Егор Мышковец научит меня. Егор, чему ты меня сегодня будешь учить? Сегодня мы с тобой научимся разгоняться по прямой, включать вторую передачу, третью и после этого останавливаться. Трогаться мы умеем, ты тронешься и поедешь, и сейчас тебе покажу, как что ты будешь делать. То есть все, ты тронулась, поехала, разгоняешься на первой передаче. Когда передача перестает разгоняться, тебе нужно выжать сцепление, левой ногой включить вторую передачу вверх, потом отпускаем газ, при этом сбрасываешь. То есть выжимаешь сцепление, сбрасываешь газ, включаешь вторую передачу и плавно отпускаешь сцепление и снова добавляешь газа. И поехал вот на второй передаче. Как у тебя вторая передача опять разогналась, ты снова делаешь эту процедуру. То есть выжимаешь сцепление, сбрасываешь газ и включаешь третью передачу также наверх. Все, опять отпускаешь, едешь. Для того, чтобы тебе нужно остановиться, тебе нужно понизить все эти передачи вниз. То есть это почти то же самое, только тебе нужно будет лапку нажать вниз. Выжимаем сцепление, сбрасываем газ и нажимаем вниз три раза, чтобы, то есть вторая, первая, ну и потом нейтралку ловим между первой и второй. Ну что, Эльмира, попробуем? Да, конечно, попробуем. Давай. Эльмира, давай теперь на понижение и останавливайся. Вниз. Что? Два раза. Перешла на вторую, сейчас перейдет на первую и останавливается. Смотрите. Все. Молодец. Все, было просто. Интересно. Поздравляю, второй урок усвоен. Спасибо. Единственная проблема, я вас не слышала. Да, нормально. Исходя из своего опыта работы, мы видим то, что не все мотоциклисты приобретают, скажем так, защитные мундирования, потому что встречаются молодые люди именно вот за рулем скутеров, мопедов, которые не одевают мотошлемы, не приобретают защитные приспособления и таким образом выезжает на дорогу общего пользования и при попадании в ДТП получает, к сожалению, тяжкие и тяжелые травмы. В магазине Active Market можно приобрести не только экипировку для мотоциклистов, но также качественную защитную одежду для велосипедистов. Кроме того, опытные консультанты помогут вам подобрать велосипед на любой вкус. От парковых прогулок до фристайловой езды. Велодержатели, крылья для велосипедов, подножки, велокомпьютеры, велоперчатки, велоодежда, велошлема. У каждого велосипедиста должен иметь при себе, по крайней мере, для комфорта, так как это физическая нагрузка, всегда охота пить. Поэтому велобутылка – это необходимая вещь. Тоже необходимо при себе, но иметь насос.